Уважаемые дамы и господа, лайфхак от Гудвина. Нюанс такой, то есть вот мы делаем общий массаж, да, и нюанс, когда у нас очень часто бывает levator scapulus, мышца, дословно переводится мускулус, да, мышца, поднимающая лопатку, она вот отсюда идет, вот так, и крепится к уголку лопатки. Уголок не найти. А, вот он, вот это, да, все, отпускай. Вот так вот она идет, да. Она очень бывает болезненно, зажата, да. Именно ее вот хочется проработать иной раз отдельно. Когда мы берем ее на растяжение, поворачиваем голову и вот отжимаем от костей, да. От осистых отростков. Вот раз. Отжимаем и вытягиваем ее. Видите, головой я тоже шевелю. А с другой стороны можно на сжатие. Нажимаем и также проходимся по боковым мышцам. С этой стороны и в другую сторону. Вот на растяжение. Прям тянем ее, а с этой стороны на сжатие. Ну, если она вообще такая держит, да, спазмированная, то прямо вот эти места проходим поглубже. Вот туда прям залазим. Мышцы под мышцу, да, вот он похрустывает, начинает. То есть отдельно прорабатываем, да, вот эти места поглубже, там глубоко-глубоко, такой миофасциальный массаж, вот совсем такой вот коротенький. Просто обращайте внимание на именно вот эти мышцы, и вам пациенты будут благодарны, я вам гарантирую.